31, 30, или нормальный бросок через плечо, или захватом за одну руку. Бедро не делать. Бедро будете делать бабушки. Хватит уже бедро делать, уже это нужно. Сейчас, одну секундочку. Готовы? Время? Давайте, дитель. Давай быстрее броски, первый. 30 бросков, первый. Время пошло. Через плечо. Бедро не делаем. Раз. Два. Три. Можно с колен. Можно с колен делать. Четыре. Руки шире, Владимир. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двадцать. Еще сорок. Раз. Два. Три. Четыре. Давай, это только броски. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Раз. Два. Три. Четыре, Таня, иди к Маше, Владимир, иди к Бутуку. Пять, ты отдыхаешь. Ты отдыхаешь. Шесть. Семь. Голову Бутуку. Восемь. Девять. Что-то. Раз. Еще два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Пятьдесят. Еще раз. Два, мешок, пояс развязался. Три. Четкий пояс развязался. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А ты? Заправились. Вы сделали по 30 брусков. Что такое 30 брусков? Рассказываю, что в сборной идет в конце, после того, как он боролся, там отработка, все, борьба, партия, стойки, в конце идет набрасывание. 30 секунд, 1, 30, 2, 20, 20, 10, 10. Равно 50. И вот представьте, да, что вы сделали в конце тренировки. Даже не почем. А вы все сделали по 30 бросков. За 2 минуты нужно было сделать 50 минимум. Если вы хотите хорошо бороться. Все, встали в стойку. Сейчас боремся без бросков. Ставим стойку.
Видите, у вас после 60 бросков вы же плохо слышите, плохо видите, потому что вы уставшие. Голова кружится. От чего? От задачи. Так надо чаще ходить на тренировки. Падаешь, вставаешь. Шмай, вода. Кошмар. Вставаешь. А если я делал по 200 за тренировку 300 бросков? И мой партнер, и я. Просто если это идет, а я вообще вот это вот автобус, автобус это вообще раньше у меня вот так было, самолет вообще ужас. Сейчас более-менее. То есть... Вставаем. Все, боремся. Вставаем. Приготовились, боремся. Еще раз, если идет бросок, то захват двумя руками и вы в стойку. Без падения. Раунд. Хаджин. Да. Раунд. Пальцудов 2 минуты будет. Стоим прямо, то вы сейчас ноги будете смотреть. Трусы там будете смотреть. А ты за практику. А то я тебя вызвал, а ты не готов. Владимир, ты борешься или что? Да, да, плохо. Пятка, стойка, только стойка. Да, Влад, ты с падением сделал. Это мой новый прием. Ты с падением сделал. Владимир, соберись. Это тебе не Маша. И не Дани. Давай, давай. Да, вот именно, не Дани, но какой же у вас падение? Правильно, вот молодец. По самбо есть, по дзюдо нет. Маша, ты борешься или гуляешь? Ты что, на свидание пришла, Маша? Давай болись. Дай их уже вторую тренировку. Отсек, высекай, высекай его под ногой. Пастухов, мой, вчера не мой. Он тебя захватил, это ногой? Да, знаю, я не знаю. Ну так что знаю. Стойка, Маша. Ты легче, правильно? Этот, зайди к нам, пожалуйста, там не воду пили. Посмотри, если чайника воды мало, принеси нам. Я наполнял. А, ты наполнил? Включи ты тебя. Я сейчас пойду кофе. Две минуты. Владимир, за него. Вот, видишь? Вот тут встали. Владимир, вот ты стоял. Тебе надо было забежать перед ним. И все. И раскрутить его, положить на спину, а ты остался. Маша, вот. Так. Встаешь и руку держишь. Вот сейчас... Так, вы сказали, что рандеры. Так нет, а все равно что, жопа не должна чувствовать, нет? А вдруг ты возьмешь и бросишь? Оставил одну руку, ужас просто. Марио, сиди в бутуку. Владимир. Владимир. Да. Видишь, он галы нарушил. А что я ему скажу? Правильно сделал. Давай, Маша. Давай, давай, Борис, он специально это делает. Я с ним боролся, знаю. Значит, я не буду нокаут написал. Да. Сначала вот так ударил, а потом еще локтем. Ну ты же знаешь, как девочки в футбол играют. Они пока, все ноги не отсюда, не поломают, не успокоят. Аккуратно с ней, Дарья. Дарья, еще раз, смотри. Давай, Маша.
Еще раз. Поставили здесь руку, он захватывает руку, захватил. Захватил, встал, вы упали, взял удержание. Еще раз убираю. Поэтому руку вот здесь, чтобы он не смог захватить. Раз. Второй рукой. Пропускаете ручку. Раз. Пропустили. Все. Дальше перешли. Рука это под голову. Хоп, перевернули удержание отсюда. Раз, два. И не надо эту руку отпускать. Вот эту руку нельзя отпускать. Еще раз. Пожалуйста, не боритесь. Ты не должен быть как сосиска, чуть-чуть защищаться. А вы должны, значит, разрешайте взять. Вот прийти чуть-чуть дальше. Чуть-чуть отойти, повернуть. Вот рука идет под голову и захватывает или руку, или плечо здесь. Раз, все. Это удержание. Вопросы есть? Вперед! Первый номер. Вперед! Влад, не вижу у тебя. Вперед! Начали. Первый номер. Сел сверху, захватил руку, перевернул. Раз, ногу убирал, хоп, потянул. Где рука?
Сядь хорошо. Хоп, вот так. Пошел, пошел, еще раз. Еще раз, Даня, иди сюда. Возьми, принеси воды.